Короче говоря, решила стать коллекционером. Полезла в интернет смотреть, что собирают люди. Пока соображала, пришла собака. Сидели на пару, смотрели, читали. Интернет не помог. Собака тоже не знала, решила обратиться к классике. Вот один очень предприимчивый человек души коллекционировал. Правда, мертвые, но там уж не до выбора было. А я еще в детстве книгу читать не хотела. Вот они, азы предпринимательства-то. Идея-то ничего, круто, конечно, ему было. Но закончил-то он плохо. Нафига мне эти проблемы? Ну точно. Да и не современно это совсем. Полдня ломаю голову, что начать собирать. А ведь был греческий философ Диоген, которому мысли в голову в бочку приходили. Ну, бочка не бочка, а сундук-то точно есть. Ничего такой, вместительный, пожалуй, влезу. Стрёмно, конечно, да и не верится. Но попробую. Как говорится, коллекционеры ни перед чем не останавливаются. Вот мне больше интересно, я сейчас в этом сундуке буду сидеть, думать, а там снаружи меня вообще кто-то найдет, потерял? Хотя бы искать-то меня будут, как это вообще? Вы знаете что, сижу я там, сижу и понимаю, что в сундуке темно, в голове моей темно, в мыслях моих тоже темно. Надо вылезать и делать что-нибудь уже. Идея пришла неожиданно. А что, если мне собирать все парное? К примеру, носки. А что, мягкие, красивые, а главное их два. Значит, уже коллекция. Хотя нет, нет, не нравится. О, буду собирать шляпки. Полезла в закрома, пересмотрела, переложила, пересчитала, померила, забраковала и все-таки вышвырнула. Явно не то что-то я делаю. Не, ребят, со шмотками точно надо завязывать, эх. Что бы еще такое придумать? Ну все, остался последний, но проверенный и, главное, вкусный способ. Конфетоньки, и они все мои, моя коллекция. Но почему-то мои сладости закончились очень быстро, и после вот таких фантиков начались проблемы. Скорую, мне нужен врач, ну, или хотя бы медсестра, что уж дадут, неважно. Начала все ей рассказывать, буквально изливать душу, как я страдала в поисках этих коллекций. Но она почему-то меня не слушала, я спросила, есть ли у меня шансы, мне просто ответили, нету. И мне стало совсем плохо, как же так, что же теперь делать, быстрее помогите, пожалуйста. И в итоге от нас ушла даже медсестра, короче говоря, доколлекционировалась.